Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 ноября, Православная Церковь творит память колесования святого великомученика Георгия. Грузия, просвещенная христианской верой святой равноапостольной Ниной, родственницей святого великомученика Георгия Победоносца, особо чтит святого Георгия как своего покровителя. Одно из наименований Грузии в честь Георгия. Это название сохраняется и сейчас во многих языках мира. В честь великомученика святая Нина установила праздник. Он совершается и поныне в Грузии 23 ноября в воспоминание колесования святого Георгия. Святой великомученик Георгий Победоносец родом из Каппадокии, область в Малой Азии, вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом и принят в его стражу со званием комита, одного из старших военачальников. Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете Сената в Никомедии Диоклетиан представил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемирную помощь. Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа. «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об истине». «Что есть истина?» – повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть сам Христос, гонимый вами», – отвечал святой. Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести по обычаю римлян жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным пыткам. Великомученика привязали к колесу, под которым были устроены доски с железными остриями. При вращении колеса острые лезвия резали обнаженное тело святого. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклетиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою».
Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся», как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в животворящего Бога христиан. Святой Георгий возблагодарил Бога и молился, чтобы его путь окончился достойно. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы он простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою главу под меч. Это было 23 апреля 303 года по старому стилю. В растерянности взирали на своего победителя палачи и судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях кончалась эра язычества. Прошло всего 10 лет, и святой равноапостольный Константин, один из преемников Диоклетиана на Римском престоле, прикажет начертать на знаменах крест и завет, запечатленный кровью великомученика и победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников. Сим победиши. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, мученика Ареста врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостерикта и же всем волях, великомученика Константина Кахи, князя Грузинского, преподобномученика Нифонта Выблова и мученика Александра Медема, священномучеников Прокопия, архиепископа Херсонского, Дионисия Щеголева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова-пресвитеров, священномучеников Августина, архиепископа Калужского и с ним Иоанна Спиранского-пресвитера, преподобномучеников Яникия Дмитриева и Серафима Гущина, мучеников Алексея Горбачева, Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева, священномученика Бориса Семенова, диакона, мученика Николая Смирнова и мучениц Анны Остроглазовой, мучениц Ольги Масленниковой и феоктисты Ченцовой. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.